Это специальный выпуск новостей на телеканале Prime Media. В студии Хана Халил. Здравствуйте! Сегодня в программе. День открытых дверей в детском саду «Антошка». Юбилейный набор в детскую школу телевидения Prime Media. А теперь об этих и других новостях подробнее. В одном из районов Киева открыл свои двери детский сад «Антошка». На праздник пришло много детей и взрослых. Детская школа телевидения Prime Media приняла активное участие в этом мероприятии. Актриса и телеведущая Галина Янишевская провела занятия по актерскому мастерству. Самые маленькие участники школы подарили вокальный номер. С детьми по авторской методике работает вокалистка, победительница многих международных конкурсов Евгения Дубовая. В конце праздника провели розыгрыш призов. Победителями стали Кошеленко Станислав и Нечипаренко Елизавета. Будем очень рады видеть их в числе наших учеников. Продолжает работу летняя школа телевидения Prime Media. Каждый день ребята узнают много новых ответов о загадочном мире кино и телевидения. А уже 10 сентября детская школа телевидения Prime Media в пятый раз откроет свои двери для детей от 4 до 15 лет. В этом году ребятам предложат много направлений, поэтому каждый ребенок сможет раскрыть свой талант максимально, а именно студию актерского мастерства и вокала, студию тележурналистики, студию режиссуры и анимации, студию операторского мастерства и фотографии, модельную студию. Этот год для школы юбилейный, поэтому всех учеников, настоящих и будущих, ожидает много интересных подарков и сюрпризов. На сегодня это все новости. С вами была Хана Халил со специальным выпуском новостей на телеканале Prime Media. Хороших вам и ярких эмоций. До скорых встреч. Пока.